Сатириоштоներից մեկն է. Это один из праздников Господних. Որը կոչվում է ռուսերեն праздник жертвы. По-русски называется праздник жатвы. Հայերեն բերքահավաքիտոն. В армянском переводится как «День благодарения». Но согласно Слову Божьему, это праздник, потому что каждый из нас в этой жизни имеет что-то, плод забрать у Бога. Потому что в жизни каждого Бог делает великие дела. Именно поэтому мы благодарим Его. Мы благодарны Ему за все Его дела, которые Он делает. Аллилуйя.